48 домов в Самаре все еще остаются без отопления из-за коммунальной аварии. Напомню, накануне вечером около 241 дома по улице Старозагора прорвало трубу с горячей водой диаметром 350 миллиметров. В итоге без тепла остались жильцы окрестных домов, а это 10 500 человек, а также два детских сада и школа. В администрации города сообщили, что потребителей переподключили на проток с обратного трубопровода, однако утром в нашу редакцию поступили звонки от жителей, которые заявляли, что в их квартирах по-прежнему холодно. И холодно до сих пор. И вот что рассказали жильцы нашей съемочной группе. Горячая вода пропала не сразу, а как-то постепенно. Из нее сначала из крана с горячей водой пошла холодная вода. Сегодня вообще прекратилась. Трубы стали быстро очень ледяными. Двухкомнатная квартира, два обогревателя. Иначе стало, конечно, холодно, если в одной комнате включать. На кухне обогревателя нет, и на кухне очень холодно. Температура на кухне не поднимается выше 13 градусов. Предприятия тепловых сетей обещали, что устранят последствия аварии до 12 часов, потом сроки сдвинулись до 15, но снова не сложилось. Сейчас на месте продолжают работать специалисты, они провели земляные работы, нашли поврежденный участок и приступили к его замене. Подключить дома к отоплению планируют до вечера. Работы были осложнялись тем, что в данном месте проходит множество других коммуникаций, и, соответственно, это несколько затянуло работу по ликвидации. Но в ближайшее время, в течение до конца дня, мы планируем все эти работы закончить и, соответственно, подключить всех потребителей по штатной схеме. Мы будем следить за развитием событий. Подробнее об этом расскажем в наших вечерних выпусках.